Всем приветик. У нас с каждым днем все лучше и лучше. Потихонечку поправляемся. Я еще немножко подкашливаю, но в принципе я себя чувствую замечательно. Филька ходит по столу, открывает свой календарь. Какой там день уже? Когда он уже закончится? Чуть-чуть осталось. Четыре окошка осталось, да? Три? Три, вот это вот четвертое. Давай. Филька, я не вижу ничего, иди сюда. Это как я зеленая. Какая-то лягушка, что ли? Такой же у меня был где-то. Так, Бонни. А, понятно. Один коричневый, другой зеленый. У меня батарейка садится. Бонни! Вторую батарейку не зарядила. Маргоша проснулась уже? Нет, она спит. Время у нас 13:20. Мы высыпаемся как можем. Теперь еще 22 откроем. Нет, это ты завтра откроешь. Давай быстрее, батарейка садится, быстрее, 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 быстрее. Быстрее. А вот еще одна девочка попалась. Сидячим положить. А, нет, она стоит, да? А другая сидела. Угу. Папа у нас поехал по делам, по бабушкиным делам. Бабушка, кстати, у нас должна 27 числа улететь. 27 декабря. Но мы ее никуда не отпустим. Мы ее на самолет не посадим. Мы будем продлевать визу. Сейчас мы хотим сказать, что мы все на карантине, что у нас корона. Ей, соответственно, ей продлят. И затем мы скажем, что она будет проходить физиотерапию. Сейчас Лео поехал договариваться насчет физиотерапии. Вот, там ему все распишут, напишут. Тогда он эти документы отправит в миграционную службу. И на полгода нам продлят визу. А там дальше посмотрим. Но пока что мы будем продлевать медицинскую визу по лечению. Вот, там посмотрим. Время покажет. Я голову помыла, сходила, искупалась. Ик. Ты икаешь. Ик, иди водичку попей. Филька, жирненький. Растет мальчик. Большой такой уже. Ты икаешь. Идем попьем водичку. Вот. Ты порядок наводишь? Это ты рисовала? Твои старые рисунки. Попы ты! Это все ваши попыты? Раз, два, три, четыре. Еще же были? Да. Нет? А, вот еще. И все, насколько эти? Пять. И еще одна. Где? Что-то нашего папу все не отпускает. Этот вирус. Голова болит. К врачу не записаться. Все. Все занято. Везде все болеют. Вот. Даже к врачу не можем сходить. Записи нет. Все занято. Ты еще не открыла? Нет. Давай, открывай. Я вчера получила. А, такие же, как золотые. Сережки? Я были там. По-моему. Он растил. А, нет, это очень большой. Да. Это. На какую цепочку? Он очень большой. Да? Сейчас. Две подвески. С луной или нет? Золотая. Нет, у меня вот А, браслет. Вот есть с сердечками. Можно сердечко вытащить, либо еще к сердечку но повесить. Она, я уже пробовала, она не подтаскивает. Ну, тогда к нему подвесить можно. У тебя прядка уже отросла. Еще красить будешь или нет? У меня еще осталось розовым красить. А ты просто хочешь розовым покрасить? Да. Давай покрасим розовым. У тебя уже там отросли так. Вот он, Чуми! Вот он, Чуми! Ты будешь отращивать? Спрашивают. Что? Каре. Каре. Ну, да, каре, ты когда отращивать будешь? Не будешь подстригать? Нет. Нет? Интересно посмотреть на тебя с длинными. Попробуй отрасти хотя бы где-то, ну, чуть ниже груди. Ну, да, ну, вот как, так. Мама, как, знаешь, сколько нужно? Ну, годика два. Годика два, мне кажется. Очень длинный. Очень длинный ствол. А когда будет расти авокадо? Ой, долго. Года два-три, наверное, говорят. Вон там. Надо палочку сюда вставить, чтобы не падал. Каролина, ты тут опять что-то мастеришь, вырезаешь. Что ты делаешь? Пальму. Пальму? Папа, Макс, это ты сделал? Да. Пистолет, что ли? Да. А Филька спит.
Филька спит. Ой, я забыла мясо вытащить ему. Я вчера перекрутила мясо говядину. Перекрутила вчера и накатала вот такие шарики, чтобы доставать по шарику. И давай. Вот по такому шарику буду доставать каждый день, размораживать и давать Фильке. Мне еще осталось календарик открыть. Что с тобой? Я ударилась. Где? Об тумбочку? Где ты тут? Болит? Давай кремом мазать. Давай. Синячок будет. Давай, убирай. Будем мазать кремом. Давай. Ну, ничего. Все, закрываем. Шипит. Что закрывать? А, не надо. Так, оставь, пусть крем питается. Давай. Больно. Календарь. Ой, какой надо открыть? Я сегодня 7-й открываю. А вчера ты открыла? Вчера, да, 6-й я открыла. Мне помада попалась. Кисточка, что ли, эти? А нет, какой-то карандаш. Почему 7-е? Карандаш. А какую еще? Бонь, карандашик. Почему 7-е? Через 3 дня уже это. Значит, мне нужно еще открыть? Да. 8-е? Я один день не открывала, значит. Я уже не помню. Кисточка. Такая скошенная. Такая кисточка. Карандаш и кисточка. Осталось 3, да? Угу. 1, 2, 3, 4. Вот сегодня какое число? Сегодня 21? 21. Вот, 21 я открыла. 22. 23, 24, 25. Значит, еще? Я еще одна должна открыть. Вот 9. Господи. Очень сильно они. А это у нас что такое? 3 за день. Это что такое? Это гель для бровей. Ой, вот он прозрачный. Просто, наверное, расчесывать, чтобы форму придать. Ну вот. И черный карандаш. Открыла. Нет, я открыла. Мне нужно было 3 открыть, потому что я не открывала. Почему до этого. Нет? Я не знаю, в какие я дни открывала, в какие я не открывала. Кисточки вообще... не попались. Нет, одна кисточка, карандаш черный и для гель для бровей. Понятно. Кисточки тебе сюда идут. И карандаш тоже сюда идет куда-то, не знаю. Куда карандаш поставить? Сюда. Все. Этот картофель не подходит для пюре, поэтому я просто сварю в мундире. Он вообще-то для салата. А сегодня какой день вообще? Вторник или понедельник? Вторник. А число? 21. 21 уже? Уже 21. Болит? Я, кстати, на 4 килограмма похудела за 2 недели. Вчера взвесилась, была 61 и стала 57. Считайте, 2 недели мы очень плохо кушали. Пили, но ничего не ели. Кстати, вот этот вот спрашивали, что за браслет, мне Ксюша связала, то есть сплела браслетик с веревочки. Я его ношу. Все, поехали на круг, да. Видишь.
франчайз. Тихо. Кому еще картошки дать? Лео. Еще картошка? Почему тебя больше не дать, чем папа? Потому что я первую партию пожарила, на вас всех раскидала. Мне не хватило. Папе получилось не так много, поэтому я у него спрашиваю, хочешь еще, там еще есть. Потом пожарила вторую партию, положила себе. Поэтому получилось больше, чем папе. Мы спим очень много, да. Мы спим минимум 10 часов. Маргарита спит, по-моему, по 12 часов. Больше всех. Ну, вообще-то надо 10 часов спать. 8-9. Дети больше. Ребенок ты мой. Да. В чем дело? Ой, хвостик. Смотри, тут два вот этих. Это чей? Маргарита. Ой, тихо, Маргарита. Мы тут отрезали у меня. Столок. Угу. Да. Смотри, вот это из... Моя копилочка! Угу. Там ничего нет. Мань. Представь себе, полная такая достаешь. Пять рапов. Ой, ой, да, чего только тут нет, да? Мейкап. Письма. Это письма от подписчиц, да? Да. Не только от подписчиц. Она уже вся извозюканная. Ну и что? Давай я тут внутри. Не надо! Не надо! Это нужно вытащить. Это нужно вытащить. Там обсусано. Просто. Тебе кто подарил Нора? Да. Тут так мало. Да не очень это. Ой-ой, ой-ой, ой-ой-ой. Испачкали мне кровать. Сейчас не ролять лицо. Ты уж об ты слегал. Я яйца. У нас есть 1 рубль. Хотя мы не были в России, но у нас почему-то 1 рубль. Это я получила от Альбы и ее папа. Смотри, паченька. Что там такое у тебя? Блокнотики разные. Это... Вот. Ну, ты видишь, сколько у тебя лежало, лежало, теперь вспомнила, да, что у тебя что-то есть. Это чтобы купаться. А здесь как раз для украшений. Для тут вот колечки. Сюда. Сережки, колечки. О май гад! Здесь же есть где-то Сайси. Запасной, да? Марго. А? Запасной же. А, вот он. Могут, могут и не опцию. Потайной шкафчик. Слышал, как он рычит? А что он рычит? Бонни. Чеми? Вон, ты чего? Ты на кого так сильно гавкаешь? Ай-яй-яй-яй-яй. Бижутерия. Ребят, это не золото, не серебро, кто спрашивал? Нормальный пластик. Да, это... Не пластик, а металл. Металл, да. А то написали в комментариях, спросили, что это золото или серебро. Нет, конечно. Нет, оно бы так дешево не стоило. Этот календарь. Попробую я примерить сережки. Вот здесь вот 2. И вот здесь вот у меня еще 1 прокол. Но я не могу туда засунуть сережку. Я уже давно... Не носила вот здесь вот. Видимо, она уже забилась больно. И здесь у меня 3 получается. Раз, два. Это тоже продела. И вот здесь вот 1. Ты себе сколько хочешь проколоть? Еще 2. Еще 2? Да. На одной и на другой? Ух ты! Это же мои. Но они уже все. Их уже выброси, выброси их. Почему они? Потому что камушки. Его? Камушки повыпадали уже все. Уже некрасиво, ты же не будешь такие носить, посмотри. Да, ну там повыпадали вот все камни вот. Уже. Такое не наденешь. Такие лучше новые купить. Они же не золотые, простые. А, серебристые, это золотые. Вот это золотые сережки. Это мои сережки. Это настоящие. Мне еще бабуля дарила их давно. По-моему, я еще в школе училась, если не ошибаюсь. Еще 1 померила. Просто цепочка. У меня уже чешутся уши, все. Я снимаю. Уже уши чешутся, не могу. Я думала, ты уже давным-давно все открыла. Заранее. А ты честно открываешь каждый день по 1. Ой. Это не коллекционный. Или да? Да. Да? Опять какой-нибудь пингвин? А нет, олень. Это олень.
это олененок. Представьте себе, вот он. Я хочу сейчас сделать тест последний раз. И он должен быть отрицательный. Тогда... Последний остался, кстати. Ждем. Залезли вдвоем на стульчик. Красавчики. Один на стол залез. Самый ушлый. Ты самый ушлый? А? Филька. Так, ну пока одна полоска. Что ты нюхаешь? Так, ну-ка, не ругаться. Сидите давайте там. Спокойно. Макс, не мешай, пусть сидят. Пусть почему-то стал гноиться глазик. Чем можно промывать? Можно промывать и ромашковым чаем, как нам? Потому что я знаю, что деткам ромашковым чаем промывают. У него один глазик, какой левый, стал гноиться почему-то. Что-то попало, видимо, какая-то инфекция. Ну все, сейчас пойдет. Филя, не хулигань. Ты видишь, она сидит спокойно? Вот хулиган такой. Все, сейчас она уйдет, обидится. Опа. Взял, выгнал. У меня одна полоска. Ура! Теперь узнаем, что там с нашим папой. Надеюсь, ничего серьезного у него нет. Там хлопья есть. Чего вы хлопья не кушаете? Мне эти не нравятся. А что? Ну, завтра в магазин поедем. Видишь, папа сидит в этот... Мяско, да? Закроется и все. Оно уже разморозилось? Мяско разморозилось, да. Иди мяско, да. Пойдем. Филя, пойдем. Быстрее, бежит. Тебе Бонь тоже дам, не переживай. На, Бонь. Бонь, ты прям проглотила за секунду. Тебе я дала, ты съела свою порцию. Быстро очень. А Филя медленно кушает. Пока он это все сжует сейчас. Все, Бонечка, я тебе дала, зайка. Ты просто быстро очень съела. За секунду. Раз и все. Что ты делаешь, папе? Прическу? Ну что, вернулся с больницы. Дали ему, в принципе, то же самое, что мы и пили. Парацетамол. Это что такое? ¿Qué es eso? Redormin. Para dormir, para ver si calma el dolor. Ага, чтобы спать. ¿Puedes tomar tú también, si quieres? Ну, у нас да, тут да, есть парацетамол, да, и это да, тоже, да, а это перентерол какой-то. И есть перентерол? Это para el estómago. Взяли кровь у него, ничего не нашли. И опять взяли ПЦР-тест, потому что сказали, что это только корона. Ну и, короче, в общем, пить лекарства и сидеть на карантине, потому что взяли ПЦР. Завтра будет результат. И, в общем, сказали сидеть на карантине. Почему у тебя свинья под попой? Опа! Что у тебя делает свинья под попой? Ты свинью подложила, Маргарите? Ты свинью подложила? Ну, иди. Завтра мы с Маргаритой пойдем в магазин. Нам нужно уже потихоньку закупаться к Рождеству. И... В общем, в итоге я определилась, какие мы будем салатики делать. Будет оливье, да? Самый любимый салат Маргариты. Будет оливье. И еще мне много писали в комментариях салат с крабовыми палочками. Пробовала когда-нибудь? По-моему, да. Ты когда-то делала что-то с крабовыми палочками. Ну, в общем, оливье у нас будет, салат с крабовыми палочками. И... Еще забыла, как называется, но, в общем, мне тоже рецепт писали. Я потом... Там, по-моему, с отварной куриной грудкой. Там еще что-то добавляется. И забыла название. И на горячее у нас будет индейка. На закуску пока не знаю. Я еще не определилась. Там тоже несколько рецептов у меня. Среда, четверг, в пятницу уже Рождество. Вот, папа у нас болеет. Он нас отвезет. Мы закупимся. И, в общем, он нас будет ждать. Папа короной болеет? Он? Ну, ему сделали тест, и завтра результат придет. Филя пришел попить молочка к Бонне. Ты у себя там не допил? Вечно они друг у друга доедают, допивают. Папа у нас сегодня на диване будет спать. Подальше от всех. Маргарита. Он пьет молочко.
Ну, можно? Можно, конечно. Еще один. Тут все попить вылезли. Всем сразу пить надо. Все, пока. Пока. Пока.